Ladies and gentlemen, дамы и господа, поприветствуйте лучшего турникмена в мире, Александра Попова! Ой, где он? Александр Попов! Здравствуйте, Александр! Здравствуйте, Артур! Как у вас дела? Все шикарно! Готовы приступить? Конечно! Начинаем. Полетели! Погнали! Друзья, сегодня я вам покажу выход на две руки, поскольку я очень-очень долго пытался его выучить. У меня ушло не один месяц на то, чтобы все научиться делать. Я вам покажу кратчайший путь. Погнали. Сейчас я вам покажу, как выглядит само упражнение. Главное, повиснуть на турнике примерно на ширине плеч. Делайте максимальный идеальный выход будет, если вы вообще не коснетесь турника и не будете двигать своими ногами. То есть примерно вот так. Сейчас я вам покажу пару подводящих упражнений, которые помогут вам осилить это упражнение. Подводящими упражнениями к выходу на две будут подтягивания взрывные. Старайтесь делать их максимально высоко. А также я вам покажу обратный выход на две, который вам очень поможет в освоении этого элемента. Высокие подтягивания будем делать таким образом. Беремся также на ширине плеч и стараемся подтянуться максимально сильно, но за счет силы спины и рук, не используя при этом инерцию. Старайтесь даже коснуться грудью, если можете. Старайтесь делать примерно через день по 10-15 раз 2-3 подхода. Вторым подводящим упражнением к выходу силой на 2 у нас будет обратный выход силой на 2. Даже если вы еще не умеете, я вам покажу, как это сделать. Вы сначала слезаете на турник и делаете что-то, чтобы вылезти туда. Допустим, подъем с переворотом, чтобы оказаться в турнике. И дальше начинаете очень медленно повторять выход силой на 2, только в обратной последовательности. То есть примерно вот так. И делайте так примерно 5-10 раз. Старайтесь медленно-медленно, особенно вот в фазе, когда ваши локти уходят вниз, старайтесь максимально замедлить. Уже сложно, но делайте это примерно через день. То есть выход идеальнее всего тренировать 3 раза в неделю. Примерно понедельник, среда и пятница, там вторник, четверг, суббота, неважно. И не больше, чем полчаса. Для выхода это будет достаточно. Также, ребят, первое время у вас не будет получаться силовой выход, и это нормально. Так что попробуйте делать его с техникой, чтобы вы хотя бы поняли это движение и научились вылетать. Чтобы освоить технику, вам нужно запомнить несколько моментов. Такие как, вам лучше немножечко раскачаться, чтобы вам легче было, вы не могли немного закинуться инерцией. И в тот момент, когда вы будете отходить как бы назад, вот такое движение делать, старайтесь подтянуться как можно выше и толкнуться вот так ногами. Это вам очень поможет на первых порах, когда у вас недостаточно сил. Так что просто запомните, толкайтесь ногами, и со временем у вас придет уже сила, и вы начнете делать чисто без раскачек. Друзья, мы очень надеемся, что вам понравился данный ролик. Я думаю, что вы очень хорошо научитесь делать выход силой на две. Просто вам нужно время, так что несколько месяцев потренируйтесь и будете делать его так же чисто, как я. Поэтому подписывайтесь на канал Санька, он поедет в Лондон, будет снимать крутые влоги для вас. Будете смотреть, радоваться, наслаждаться в свободное время. И также я буду вам снимать и зал, ребят, поскольку там очень-очень много спорта в этой стране, так что вы очень много сможете увидеть. Ссылка будет в описании. Пока!